Добрый вечер, дорогие мои подписчики, гости моего канала, всех, кого я знаю. Вот сижу на работе, на любимой работе сижу. И жду, когда закончатся еще эти полтора часа. И мы пойдем домой пить кофе. Я работаю на трассе. В плане магазин стоит на трассе. Вот. Ну вот кто-то подъехал. Видимо, сейчас будут пить кофе. Здравствуйте. Техника подводит продавцов. Ну, должен быть на сиропе мастера. Кофе, что ли, выпить? Давайте выпьем кофе. Черный, американо. Кстати, из кофемашины очень неплохой кофе получается. Профессия продавца все-таки привязана. Как вышел на смену, не отойти, не в туалет, не покурить. Сегодня такая погода была классная. Я вообще считаю, в России должны нас копеечки в 50 лет отправлять. Чтобы пожить еще спокойно. Нет, в смысле, не спокойно, а кто за, ставьте лайки. Может, нам всем объединиться? Написать петицию от Путина. Отпустите нас в 50 лет на пенсию. Можно подумать, на эту пенсию проживешь. Бля, горяченький. Так что вот, ничего, со мной всегда часа будете еще проводить. Вот только вечер все похолодало, гадство. Я должна сменщица другая позвонить. Может, все-таки она скажет, давай я завтра не выйду. Ладно, я пока не прощаюсь. До вечернего. Что до вечернего пить? Короче, вечером вместе со мной пойдете домой. Я вам кое-что расскажу. Короче, сейчас буду реветь. Позвонили. В общем, завтра мне... должен быть выходной, ну, как выходной, мне в ночь. Но нет. Завтра мне снова в день. Сейчас приду домой, лягу спать, а завтра опять на работу. Что я еще хочу сказать? Вот кто собирается переезжать в Краснодарский край, то если у вас профессия... В общем, 10 самых для женщин востребованные профессии – это продавец, администратор в гостиницу, горничные, парикмахеры и провизоры в аптеку. Это самые востребованные профессии, и если у вас есть такая профессия, то сможете смело паковать чемоданы и ехать. Для мужчин самые востребованные профессии – это подсобные рабочие,
отделочники, потому что здесь строят гостиницы, и для мужчин это востребованная профессия. Здесь, кстати, очень мало хороших автосервисов, так что если кто-то, у кого-то руки золотые, то тоже может сюда смело приехать, открыть или свой, или устроиться на работу. А еще очень много автомоек, не знаю почему. Хотя здесь, когда дождь пройдет, машины по сравнению, вот как мы ездили на Урале, там проедешь, если дождь, ты приедешь с ног до головы грязный. То здесь, когда проходит дождь, дождь чистый. Видимо, потому что нет заводов, нет таких выхлопных газов. Вот такие вот востребованные профессии здесь. Так что думайте, решайте сами. Ну, у кого дети, конечно, должны учиться, поступать куда-то, ехать, то отсюда уезжают дети в Краснодар, ну, в большие города, в Сочи, где есть большие учебные заведения. В маленьких этих поселках курортных нет таких учебных заведений, и поэтому многие, вот у кого дети, сюда переезжать, конечно, не советую, сложно. Ну, школу закончат, а дальше вам надо будет их отправлять в большой город. Вот. А отдыхать здесь отлично. Так что решайте сами. У меня друзья переехали в Ростовскую область, купили дом. Оба работают на железной дороге. Сначала были полны идеей, мечтой, что они переедут, устроятся там тоже на железную дорогу. Но вот подруга пожила. Там дома, кстати, конечно, дешевле намного, чем здесь, возле Черного моря. Ну вот пожила, дом оставили пока, и снова уехали на Урал работать до пенсии. Потому что там по профессии они себя найти, ну, себе профессию, по профессии устроиться не могут. Так что везде свои сложности, везде свои трудности. И еще мне казалось, что когда я перееду сюда, в Краснодарский край, я объезжу все побережье. Но вот живу четвертый год, не получается. Пока получается, ну вот доехать до Геленджика, который 70 километров, до Архипа, Осиповки мы доехали. Вот Бжит есть такой поселок, где находится бухта Инал с голубой глиной. Ну, более-менее такое вот ближайшее. А путешествие... Я все мечтала съездить в Крым, но по времени никак не получается. Летом работы очень много. Так что не лейте мечту и надежду, что вы приедете и будете ездить здесь, путешествовать по Краснодарскому краю, если вы еще человек, ну, в рабочем возрасте. Там кто-то бежит ко мне. Сегодняшний день когда-нибудь закончится или нет? Так, ну все, ура-ура. Я иду домой. Завтра у меня целый день выходной, так что мы с вами сходим на ярмарку.